Нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Рабочего завалило грунтом во время раскопки колодца в деревне Тропицыно Оричевского района. 50-летний мужчина погиб под завалами. Все подробности в рубрике «Сводка». 2 декабря в деревне Тропицыно Оричевского района во время раскопки колодца погиб рабочий. Земляные работы проводились около одного из жилых домов. Следствием установлено, что работы по раскопке данного колодца осуществляли двое мужчин, которых нанял хозяин дома. В ходе проведения данных работ произошел обвал земли, в результате которого на глубине 5 метров был завален один из рабочих, 50-летний мужчина. По факту трагедии Следственный комитет начал проводить проверку, устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 40-летняя женщина отправилась за продуктами, но платить за них не захотела. Дело было в супермаркете на улице Некрасова. Злоумышленница похитила с прилавков магазина товары на общую сумму в 3100 рублей. Подозреваемую зафиксировала камера видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вам известна личность этой женщины, сообщите в полицию по телефонам на экране. Рюкзак с патронами обнаружили в камере хранения на Кировском железнодорожном вокзале. Сотрудники полиции нашли взрывчатые вещества во время ежедневной проверки. На камеру указала служебная собака. В пятнистом рюкзаке полицейские нашли 25 охотничьих патронов 12-го калибра. Владельцем сумки оказался 65-летний уроженец Республики Коми. У мужчины есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. В итоге на пассажира составили административный протокол по факту нарушения правил хранения патронов. Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Волонтеры и полиция разыскивают без вести пропавшую 75-летнюю пенсионерку из поселка Суна Тамару Мальцеву. С 16 ноября ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится пенсионерка, позвоните по телефонам на экране. Алина Котрихова, место происшествия.